Всем привет, с вами Дрозд, это Денис Дрозда. Все у него спрашивают, жалеешь ты, что не перешел в Амкал, блядь, Рус? Я и Илья Дрозду переходим в Литейн. Чисто мяч был? Ты пен, что ли, опять приехал? Пен, блядь. Там, блядь, сука, чистый фол, блядь, но не свистит, я его рот ебал, как так, блядь? Сегодня у нас очень важный матч с Титаном. Будет не то, что жаришка, будет просто пожар на поле. Это, по сути, решающая игра. Она решит, выйдем мы из группы или нет. Так что готовьте хавчик. Поехали смотреть. Ну, это база. Перед игрой залетаем в спортпит, берем всех притрен, чтобы сжечь сегодня бровку. По матчу что скажешь? Ты прогноз сбывается обычно. Все кофе ебану и выебем. Короче, блядь, Руса заебало то, что все у него спрашивают, жалеешь ты, что не перешел в Амкал, блядь, Рус. Ну-ка, да. Всем хейтерам. Заебали. Серьезно, уже я и Илья Дрозду переходим в Литейн. Официально. Это официальное заявление? Что ты думаешь о предстоящем матче? Салам алейкум. В предстоящей игре будем все силы сегодня отдавать, чтобы победить эту важную игру, последнюю нашу. Ты пен, что ли, опять приехал? Хэппи энд, блядь. Ну-ка, Сань, можешь напеть «Баста, моя игра»? Моя игра, моя игра. Я не буду вставлять переход. Бля, он же мне стыдно стал. Хвича Кварацкели. Ой, чё? Ты чё, она снимает? Да. Нихуя. Моя пиздючка. Литейн же свяжи все со мной. Всякую шляпу пью. Почему нам твои кроссовки дал? Блять. Спиздили вчера на тренировке. В электричке, да, уверенно, в тапочках нет. Я сейчас выйду из шкафа. Я уже сказал. Профессор. Вот они, бразильцы. Кто уронит, тот лох. Сэм, когда ты уже разомнешься наконец? Так, тебе нравится в Поларе играть? Нет, конечно, не нравится, он жмет. Давай обращение к лиге сделаем. Лига, когда вратари падают на спину, у них вот эта штука в позвоночник втыкается, и ГГ потом. Все, Осипу передадим, брат. Так, Хвича, лайфхак, как сделать щитки за 10 минут? Щитки, блядь. Это карбоны? Это Найк, нахуй. Его камера. Привет! И там закопайте на том поле, вот на этом зеленом, и потом с улыбками пойти в раздевалку порадоваться. Хорошо? Да. Поздравляю! Let's go! Чисто мяч был? Ты же видел? Здорово. Ты что, выйдешь? Наверное, нет уже, все, брат. Мнение экспертов. Брат, ну пизда, блядь, вообще это ебануться может. Вот этот накал нахуй сейчас нужен, блядь. Сейчас, если, блядь, красный мяч будет, это пизда. Они нахуй без красного, все нормально, посмотри, просто, блядь, рэп уже начинает хуйней страдать, блядь. Там, блядь, сука, чистый фол, блядь, но не свистит, я его рот ебал. Как так, блядь? Стоим! Давай, пацаны, 1-0. Стоим! Осталось 6 секунд, напряженка, пиздец. Наш мяч! Все. Они коснулись! Наш мяч! Что за хуйня, алло?
Хорош, мага! Чемпион! Ну вот и все, 1-0. Мы выиграли сегодня. Все с хорошим настроением. Выходим из группы. На! Пойдем, болело! Смотри! Осталось подарить футболку, подарить шорты и все, можно ехать домой. А вот кто? Милана, иди сюда. А ну покажи дриблинг. Милана, мы выиграли. Нет. Как эти фанаты достали уже. Каждую игру приезжает ко мне, что ты хочешь. Главное, чуженька моя. Но это уже какая-то love stories, блядь, пошла. Короче, сейчас ладно. Что на эмоциях сейчас. Сейчас, как всегда, чуть подуспокоюсь и выйду на связь. Это были кони. Это не дрозда. Покажи, как ты сегодня в баре будешь танцевать. Бля, я же сказал сегодня копиться в ебу, я и как с ним играешь, а ты там в ебу, бля. Красава. Давай!